Дорогие друзья, я хотел бы прежде всего поприветствовать участников российского интернет-форума, конференции «Интернет и бизнес». Ваши ежегодные встречи уже стали одним из ключевых событий в жизни Рунета. А Рунету есть чем похвалиться. Он развивается очень динамично. Вы лучше, чем кто бы то ни было другой, знаете, что по итогам прошлого года зона .ru находится фактически на 4-м месте в мировом рейтинге национальных доменов. А Россия вошла в европейские лидеры по числу пользователей сети. И прежде всего благодаря росту количества пользователей в регионах, что особенно, конечно, отрадно. Все это, конечно, увеличивает спрос на онлайн-проекты, особенно коммерческие. И это одна из главных тем на нынешнем форуме. Сегодня клиентами сетевого бизнеса являются люди из разных социальных возрастных групп. От школьников до пенсионеров. Миллионы людей в России через интернет уже покупают товары, билеты, железнодорожные, авиационные, бронируют гостиницы, заказывают различные услуги. Совсем недавно просто фантастикой это казалось. Но самое главное, что это реально делает жизнь людей комфортнее. Поэтому государство должно создавать условия для дальнейшего расширения онлайн-бизнеса. Ну и тем более, что он не требует сверхбольших инвестиций. В период глобального кризиса этот бизнес показал достаточно высокую устойчивость. А перспективы его развития на сетевом рынке зависят прежде всего от настойчивости самих создателей проектов и от их креативности. Это отличная возможность для молодых людей попробовать себя в деле.